Что нужно поэтам? Им нужно, что, наверное, нужна эмоциональная такая вот, эмоции нужны. Изумруд вообще идеальный, я считаю. Вот, изумруд прекрасно. Интересный камень еще опал. Опал — это камень для изобретателей, камень для тех, кто постоянно меняет эмоции, для актеров, например, да, это очень интересно. То есть он создает такую картину, где человек концентрируется на разных маленьких деталях, маленьких эмоциях. Он становится более внимательным вот к тому, что вокруг него, быстро переключается там на какие-то моменты.